Общественность Нерюнгринского района вздохнула спокойно. Ситуация вокруг реабилитационных центров СУВАК и ДЦП прояснилась. Причиной особого внимания общественности стали слухи о том, что правительство планирует сокращение персонала СУВАК, который уже 26 лет успешно работает в Нерюнгри. В Нерюнгринский район прибыла заместитель министра труда и социального развития Марина Богословская, которая встретилась с родителями, сотрудниками реабилитационных центров и представителями общественности. Марина Богословская детально ответила на все заданные вопросы, где отметила активную гражданскую позицию жителей района. То, что для СУВАГа, для этого драгоценного учреждения, которому 27 лет и который обладает удивительной, я повторюсь, методикой и практикой, ничего не меняется. То есть он остается в таком виде, как есть. Будет работать, оказывать услуги в том же объеме, того же качества. Уникальная методика, уникальная практика, которую вот мы хотим масштабировать за счет открытия нового большого реабилитационного центра в Якутске, для того, чтобы охватить всех, кто нуждается в этих услугах.